Ребята, всем привет, с вами Александр, Легенды Дракономании. У нас уже денек идет акция, это акция Золотая Пирамида, это часть первая всего, у нас там, по-моему, 4 части будет. Сейчас мы, в общем-то, в этом немножко разберемся. Это у нас классическая наша акция, бегаем по уровням, выполняем задания. Первый у нас тайм-ауты были по 4 часов, сейчас я перешел на третий уровень и уже пошло по 6 часов. Так, ну что, как обычно... Скрещивание драконов я часто не выполняю. Все остальное, в принципе, выполняю. То есть кормлю, но ночью, конечно же, то есть я пропускаю. Извините, я на работе, не могу себе позволить просыпаться по будильнику. Иначе я вообще превращусь в какую-то мумию, если буду так еще и спать плохо. Так что вряд ли я тут куда-нибудь пройду и вряд ли попадется мне Анубис. Ну, точнее, не попадется, смогу его получить очень вряд ли. Да, но и божественный рад тоже что-то как-то сомневаюсь, что нам получится. Для божественного рашки нам нужно собрать все пазлики, которые у нас есть. Как вы видите, во втором уровне я прошел всего лишь один, по-моему, сундук. Нет, один или два. Нет, два. Вот сначала пошел сюда, а потом вот пошел сюда. И мне выпал со второго сундука, короче, попался ключик. Посмотрим. Так, 7000 очков, но это совсем немного. Попробуем. Пойдем с вами в третий. Также у нас какие есть награды. Это дракон-призрак, эпик, ничем не выдающийся. Дракон эпический, черная дыра, 74 силы атаки, то есть хороший дракончик, стихии неплохие, в общем-то мне он нравится, а еще больше мне нравится, как он выглядит, вообще шикарно, шикарненько выглядит, я бы такого себе получил, ну, надеюсь, его-то я и получу, блин, прикольно, смотрите, это знаете, что за картина? Так черная дыра поглощает звезды, то есть оно все так по кругу, по спиральке вытягивается. То есть в космосе никакие такие вот крупные объекты, типа звезды или черная дыра даже, которая якобы все притягивает, они не могут напрямую столкнуться. Они будут вращаться друг вокруг друга тысячи лет, пока черная дыра потихоньку, как из трубочки, не высосет всю материю из объекта. Вот так вот, ребята. Прямых столкновений не будет между такими крупными объектами. Так, ну что, давайте сейчас мы немножко сделаем лирическое отступление. У нас есть с побочным эффектом получился у нас дракончик глина. Давайте мы его сейчас прокачаем с вами. Так, что-то гладим. Ладно, немножко качнем, всего лишь мне нужно будет выполнять же задание. Сейчас посмотрим, какой он большой и маленький. На четвертый уровень его качнем. Вот такой вот у нас дракончик глина. Ну, три стихийки. Есть стихийка энергии. В качестве кормового дракончика подойдет. Подойдет. Так, а если мне куда-нибудь его двинуть? Двигать? Ну, к сожалению, нет. Нужно построить жилище энергии еще. Так, вот такой вот у нас дракончик глина. Кого я пытался вывести? Как вы знаете, вот, да, обезьянку я бросал. Многие правильно ответили, что это получилось обезьяна из колдовского выведения. У меня сейчас... Сейчас, по-моему, зайчик у меня стоит, ребят. Комбинация на лунного кролика даже вот так вот. Это лист плюс индукция, да. То есть я поставил, думал, не знал, что ставить. Поставил. Также, то есть комбинашки, вот можете зайти на вкладку сообщество. Вот сообщество у меня на канале. И вот тут увидите, я сюда выкладываю новости. Есть комбинация на пламенную звезду, кто забыл. И на лунного кролика. Также вот есть такая вот красивая картинка. Блин, жаль, что... Сейчас я не могу увеличить. И посмотрим, по крайней мере, на стихии наших драконов, ребята. То есть Анубис, это самый жир у нас, наверное, да, получается по этой акции. Ну, хотя Ра мне даже больше нравится, чем Анубис. Да, и Сет тоже по стихиям мне больше нравится. Правда, не, ну, надо смотреть, какие у них силы удара. Помню, у них у всех одинаковые. Изначально, да, у них у всех одинаковые показатели. А, вот Гатор. Гатор вообще прикольный. Гатор это самый главный приз, по-моему, в этой акции. Сейчас будем смотреть. Ну, вообще шикарно, мне нравится. И Анубис, стихия пустоты, и Ра, свет и огонь. Вообще шикарно. Сет вообще классно. Зелень мне нравится. Тень, точнее, не пустота. Гатор вообще прикольный. Как император, только с божественной стихией. Да, и свет, и тень. И свет, и тень. Ну,
классный. Ну, Осирис у нас как врач, лекарь. Ну, остальное как бы мало интересно. Но. Вот такие вот, короче, у нас, ребятки, дела. А мы возвращаемся к нашим пирогам. Давайте сейчас глянем на нашу акцию. Кстати, да, тут нужно это смотреть, рекламку ускорять. Я так и делаю. Где наша пирамида? Вот наша пирамида. Прикольно, да, такая песчаная буря вокруг нее. Вот. И божественная коллекция, чтобы получить Гатора, как у нас тут он называется? Хатхор. Хатхор. Да. Ну, по-английски как Гатор будто бы. Хатхор. Это стопудово какое-то индусское божество. Корова ж какая-то. Чтобы его получить, нужно получить всех остальных. То есть это считается самым крутым. Ну, я согласен, да, стихия свет и тень. Классно, конечно, но это надо всех получить, а там это да, это вряд ли у меня получится. Так, не в вашей коллекции, да, он, пожалуй, и останется вне нашей коллекции. Так, вот это наши сундуки. А, ну да, вот я смотрел, 74 у них у всех базовая атака, 74 стоять, 75 я ж вроде как смотрел, было одинаково. 77, странно. Мне показалось, ребята, или было такое, что у них все показатели были одинаковые? Может, это поправили? 77 базовая, да. Помните, я еще бросал табличку, есть табличка по стихиям, сколько каждая стихия добавляет к урону божества. Ну, я так понимаю, что зелень неплохо добавляет, там, энергия. Ну, естественно, свет и тень тоже добавляет много энергии, потому, наверное, это и будет самым сильным драконом. Ну, черный дырок, кстати, тоже должен иметь хороший демакс. Ну да, 74 для эпика. Это какой потолок у эпика? 77 может быть у эпика? Нет, точно 77. Фу, это и есть, наверное, потолок для эпика. Может быть. Сила удара. Так, у нас также есть специальное предложение. Нам что тут предлагают купить? Ну, все, короче, дорого. Можно из того, что можно купить в магазине... Короче, так, ну, утро наше расписание, говорит, глава 1, глава 2, глава 3 и глава 4. Значит, 4 даже и божественная коллекция, завершающий этап. Кто хочет, может это все дело почитать. Нам предлагают также купить в магазине, где эта ерунда находится, здание, по-моему, приносит драконов. Здесь можно поселить сразу много драконов, ха-ха, за 25 миллионов. Ну, я вот про вот эту штуку, да, с помощью этого здания вы можете собирать золото, нет, не то. Короче, есть какая-то здесь ерунда, которая приносит нам денежки, где же она находится? В наборах карт нет, в акции, украшения, где? Ну, да, где-то же здесь же должна быть, ну, ёшкин ты кот. Ну, короче, где-то она точно есть, но почему-то... Я ее здесь не вижу. Или закончил. Короче, типа сундук, который приносит билеты, то же самое. Приносит 168, у нее максимальный лимит. 7 скарабеев в час приносит. И, ну, по-моему, это и получается, да, 168 в день максимум. Ну, это вообще ни о чем. То есть, вообще, если бы она приносила несколько тысяч в день, я бы... Там цена была смешная. $2. $2, то есть, можно было, в принципе, купить. Ну, если бы оно хоть что-то приносило. Ладно, так, ликбез такой, скажем так, вступление закончили. Код дружбы 5B0F59, ребятки. А мы пойдем, наверное, сейчас сразу сюда потратим свои очки. Какая у нас есть стратегия по поводу вот этих вот... Как это назвать? Подземелий, да, по поводу подземелий. Сейчас мы давайте пройдем вот этот этап. Вот пока что у нас этапы слабые, то есть все стихии практически допускаются. Потому здесь не имеет значения, какие у нас драконы, но дальше у нас будут ограничения. Стихии будут уменьшаться. И именно для этих целей я качал Архангела аж на 50-й левел. Так. Да. Потому что, ну, нам нужно, естественно, все драки проходить, а не пропускать. Если у вас нет дракона какой-то нужной стихии, можно драку пропустить, но это очень дорого стоит. Потому... Да. Потому нужно иметь... Не просто 3 дракона прокачанных, а нужно много. Так, если так, мы восстановим для божественных драконов порядок, они вернут Генриха назад в его время, да? Так, наверное, дракон Анубис, похоже, единственный, кого не затронуло. Так, мы должны довериться ему. Так,
мы один рубежик прошли. Ну, это понятно. Вы все писали, что большинство из вас уже находится на четвертом рубеже. Ну, примерно, то есть, на том же уровне, что и я. А нам тут насыпали еще 19 этих кусочков, да. Ну, посмотрим на четвертый уровень. Так, ой, здесь все темное. Думаю, дневному свету сюда не пробиться. Только не говори, что тебе страшно, Элиза. Здесь, конечно, темно, но ты ведь не собираешься повернуть назад и выйти замуж за викинга. Так, давайте смотреть. То есть, в принципе, карт... Ох ты, у нас тут дракончик классный. Люблю таких дракончиков. Нравится мне этот дракончик. Так, мы вот отсюда начинаем. Какая стратегия есть? Ходить, открывать сундук, которому самый дешевый путь, то есть, которому меньше всего мы скоробеев потратим. То есть, ну, я уже так много акций по этой схеме как бы проходил. Вообще какая-то бестолку. Вообще не заметил. Скажи ей наоборот, надо идти к самому дорогому. Там есть шансы открытия, да, после какой шанс после открытия каждого сундука. И, в общем-то, шансы поймать ключик с первого сундука, в принципе, там очень 1%, там где-то есть такая табличка, я не помню, только с одного сундука или с первого. С одного, наверное. Короче. В общем, рандом, ребят. Я считаю, все-таки здесь такой, такой рандом, что... Что абсолютно пофигу, короче, куда идти. Давайте сейчас мы сразим. Ага, понятно, почему так темно. Здесь обитает дракон, черная дыра. Это он всасывает весь свет. Кстати, да. Похоже, он не особо рад нас видеть. Что дракон, черная дыра, да, настолько сильна, что даже свет не может и покинуть ее пределы, и потому она черная. Она на самом деле не черная. Скорее всего, просто это ничего по факту. Свет от нее не отражается, и мы ее просто не видим. Потому она нам кажется черной. Ну, это такая у нас астрофизика. Так, божественный дракон, которого все эти драконы охраняют, должен быть очень важен. Но это про Хатхорна, да? Как там? Короче, про того дракона-корову. Так, да какая разница, мы должны поймать... этого неудачника. Идем. Так, ну сейчас мы дойдем до перекрестка. Ну, все-таки, наверное, что, пойдем куда дешевле. Стоп, ну, давайте сюда зайдем, что ли, к первому сундуку. Или нет? Нет, не пойдем к первому. Давайте пойдем сюда. Сюда дороже, но сюда быстрее. А напишите вы, ребятки, как вы пользуетесь, какой вы стратегией пользуетесь в этом подземелье. Либо вы идете вообще куда попало, либо все-таки стараетесь идти по самому дешевому пути. Ну, как говорится, я не оценил какого-то преимущества. Вот у нас уже пошло ограничение по стихиям. Смотрите, нам уже тут печально. Уже печально. Так, надеюсь, мы вообще тут затащим. Если что, придется использовать гнев драконов. Не хватало нам еще этого, ослабили нас. Ну, кстати, да, кто как бы серьезно намерен проходить эти подземелья, то есть эту всю информацию, наверное, можно раскопать немножко заранее. Хотя нет, нужно иметь много-много еды, миллионов, так, энное число, да, чтобы в случае чего прокачать нужного дракона. Ну, а лучше уже иметь всех драконов, нужных стихий. Так, ну, мы справились, в общем-то, без проблем. Один дракон здесь затащил. Так, 45-й на 2 звезды, но они эпик. Не легендарная, потому, в принципе, наша осень справляется. Если что, я ее тоже смогу прокачать. У меня хватит осколков, по-моему, да, для осени. Ничего себе, выжил. Тигрик выжил. Эх ты, ветер этот. Но ничего. Здесь мы по изичу. Готово. Открываем сундучок. Ну, ничего толкового нам не попалось.
Идем дальше. Ну, нас тут уже не хватит нам пройти. Но, по крайней мере, мы еще можем тут подраться. Так, а чё мне тут такие драконы стоят, блин? Надо было поменять. Ну ладно. Ну, здесь легко, как видите. Один дракон затаскивает. Так, куда пойти? Ну ладно, давайте идем сюда пока что. Можно как бы изменить это все дело. Зачем нам такой командой сражаться, если есть команда посильнее? Вот один раз. И все. Так быстрее. Блин, и чуть-чуть не хватит. Чуть-чуть не хватило. Ладно, давайте пройдем еще вот здесь. Так, дракон, ракушка ископаемая какая-то. Так, мумия. Есть такой у меня дракончик. Так, ну и вот это давайте тоже пройдем. Готовенько. Ну, по 275, в принципе, что туда идти, что туда идти. Сюда 225. Ну, вообще, абсолютно пофигу, куда идти. По большому счету. Ну, ничего мы пока что здесь не сможем получить. Через час еда. Так, блин, как бы не пропустить. Не пропусти. У меня тут все очень впритык. Час 09. А там буквально... Час 15. 6 минут у меня всего лишь есть, чтобы не завтыкать этот момент. Скорее всего, завтыкаю. Да, ребятки. Так. Немножко мимо. Давайте сделаем одно-два сражения. Я вот поднялся на 820 кубков. Здесь, короче, очень тяжко уже. Я реально, ну, не хватает силы моих драконов, чтобы... продвигаться дальше. То есть, ну, один дракон мой, ну, не справляется практически. Очень тяжело, приходится использовать усиление. До 1000, наверное, не дотянем, нужно будет спускаться. То есть я еще немножко повоюю, денек-два. Куда дойду, туда дойду, а там будет видно. Хотелось бы, конечно, 1000 взять, а потом можно бы и откатиться. Но слишком большая разница. 600 и 1000. Это вдвое увеличить очки. И драконы, вот смотрите, какие здесь попадаются. Блин. 50. Блин, я тут взял и заменил. Не взял ни одно усиление типа яда. Ну все, то есть дальше мы сюда не пройдем. Но это моя такая была ошибка, скажем так, в этом бою. Вряд ли у него дальше еще есть кто-то сильнее, чем этот был. Да, единственный был 52-й дракон. Вот я немножко перестарался. Давайте сейчас возьмем осень. Возьмем парочку усилений. Осень, осень. Ну вот так вот давайте пойдем. Так, хотя зря, тут он и так с первого удара бы завалили мы. Так, звездная пыль, до свидания. Так, здесь уже возьму, ладно. Ну, в общем-то, как видите, здесь даже противник... Так, противник посильнее нас на сколько? На 3 уровня. Это дофига. Блин, самоуничтожение. Ёхиндрово. Ну вот что ты будешь делать? Ну, да.
Вот так вот, в общем-то. Тяжело дальше двигаться уже. Ну, можно, конечно, можно, но нет возможности с такими вот боями завоевывать осколки. А это главное, для чего нужна нам эта арена, так что придется, пожалуй, спускаться вниз долго и нудно. Для этого что мы сделаем? Ладно, давайте прямо сейчас сделаем. Так, берем защитники. Убрать. А я вообще могу вот так вот оставить. Ага, то есть все равно призвало, тогда вот меняем, поставлю слабых драконов, чтобы, ну, как бы меня там побеждали, и я побыстрее опустился назад на свои кубочки, на своих 600 любимых кубочков. Вот так. Ты или все-таки взять какого-то дракона посильнее? Одного. Осень. Ну, чтобы мы были на третьем уровне, чтобы нам попадались более... зелья попадались нам нормальные. В общем-то, так оставлю. Ну, чтобы он был первый, чтобы его завалили, и дальше у тех, кто будет со мной сражаться, шло все легко, чтобы они одерживали победу. Так, ну вот разместил сюда временно два жилища золота. Ну, вы поняли для чего. Чтобы кормить драконов и собирать золото. Здесь очень быстро оно собирается. Так, что еще здесь? Ну, вроде как все, ребятки. Так что, такие дела. Спасибо за просмотр и до скорых встреч.